Всем привет, с вами Супер Тёма. И сегодня мы играем в Creative Destruction. Мы поиграли один раз, ребята, на прошлой неделе, наверное. Записали видео, видео получилось интересное, даже неплохое вроде. Хотя мы не выиграли, да. Мы сдохли третьими, по-моему, там третьими сдохли. Но, к сожалению, что-то случилось, что-то пошло не так. И потом оказалось, что видео вообще непригодное, но какое-то забракованное, короче. И сегодня мы снимаем заново. И я вижу, что тут что-то появилось новое. Тут появился какой-то режим медали, ребята. Вот смотрите, что это за режим. Сейчас прочитаем. Соберите как можно больше медалей за ограниченное время, чтобы продвинуться в рейтинге и получить лучшие награды. Погибнув, вы снова появляетесь на карте. Слушай, мне это нравится. Если погибнуть опять на карте, это же будет интересно играть. Давайте сыграем режим медалей соло. Я не знаю, что будет вообще. Давай. И мы первый раз сейчас с вами будем пробовать. Давай, Тёмка, нажмем начало. И что мы тут ждем? Идет подбор. Расчетное время 18 секунд. Ну что ж, вернемся через 18 секунд. Хотя, пока я сказал, вернемся через 18 секунд, да. Всех игроков подобрали. Так, и мы сразу падаем, сразу резко. Так, выключить. Резко падаем, и куда мы падаем, я даже не знаю, Тём. Ну, куда хочешь. Так, и кто тут у нас? И тут много людей, интересно, вообще или мало? Я даже не могу понять, что 4, что ли, всего лишь? Не знаю я тоже. Не знаешь? Ну, хоть бы 29, вот. А, 29 осталось. Так, да, ладно, понятно. 29 людей. Ноль поражений. Вот там какой-то центр, я не знаю, куда. Давай мы поскорее спустимся. Слушай, вот сюда, наверное. Так, и вот мы спускаемся. Куда мы спускаемся, ребята? Мы спускаемся в дерево. Привет, да. Дерево. Привет, дерево. Вот мы спустились в тебя. И вот тут... Все. Да, йо-йо-йо-йо-йо. Очень нехорошо получилось. Да. Так, давай мы это соберем поскорее. Нам нужно поставить лесенку вот сюда. Ну, всё. хотя бы, без разницы. Все, давайте. И давай, пошли. Как он так прыгает? Ой, я забыл даже, как он прыгает. Тут мы собрали медальки, уже две медальки собрали, Тёма. И открыть молодец. Надо нам сундук. Насчет молодец я не знаю, короче, все взять. Ага, вот что у нас есть тут. У нас есть это что такое? Ой, это дробовик. Не, это не пойдет. А куда нам идти, кстати? Показывай. Я не знаю, куда нам идти, слушай. Так, может нам тут стену временно разобрать какую-то. Так, мы что с тобой? Что у нас? 20 очков каких-то несчастных, Тёма. Мы на 9-м месте, да, получается? На 9-м? Ой-ой-ой. Да. О, мы все, весь дом разбомбили. Вот капец, вот слушай. Это да. И тут еще можно построить. Давай построим. Давай. Вот сюда. Давай построим. О. И еще один построим. Все, да. Хватит. Побежали. И откроем вот это. Посмотрим, что тут есть. Потому что мне, честно говоря, не очень нравится, что у нас есть. И мы вот это, вместо вот этого возьмем вот эту винтовку. Вот так. Вот это мне больше нравится. Так, ребятки. Пойдем дальше. Что тут такого? Ну, не знаю. Куда нам идти, я не знаю, ребят. Ну, первый раз играем. А, вот, смотрите, все-таки здесь эта зона есть. И вот это хорошо, потому что нам понятно хотя бы, куда надо чесать. Так. Брони у нас нету. Ну, да, ничего. Так, ребята, мы идем. Куда идем? Идем вроде бы туда, куда надо. Я не знаю, Тёма. Ну, попробуем, смотри, вот так обойти это и забраться нам нужно, в принципе, направо. Так, ну мы должны собирать медальки, Тёма. Мы уже стали на 19 уровне. А где находятся медальки, я, честно говоря, не знаю, ребята. Я тоже. Они разбросаны по полю, или где-то на дереве, или только где-то на зданиях. Ну вот мы... Опа, что такое? Появился рассветный сундук. Что такое рассветный сундук, мы тоже не знаем. Я тоже. Наверное, это белый сундук. Да, рассветный, да. Так, ну слушайте, ребята, по полю... Копеек нету. Вы извините, если мы нубим по полной программе, и они где-то вот в известном месте находятся. Мы же вам говорим, мы первый раз открыли вот это обновление. А, во. Это что, показывает, где копейки? Кажется, так. Ну, типа, мы уже вот-вот подойдем. А, вот смотри, и потерялся. Вон копейка, да? Ну, не знаю, ребята. Тут где-то показалось, что есть копейка. А где она? Больше не будет показывать? Наверное, периодически как-то показывает.
Так, а сейчас уже не показывают. И мы сюда наверх не заберемся никак. Нам придется обходить. Ладно, давайте пойдем. Еще никого нету. Еще никто нет. Кто-то кого-то убил все-таки. Но это были не мы. Так, я не пойму, а что ж была копейка? Кто же ее мог взять, если не мы? Не, наверное, иногда пропадает там. Вот копейка. Ну, я знаю, я туда не хочу за ней идти. Вот я лучше пойду вот за этой. Она поближе где-то. Ой, что это такое? Что это мы как завертелись, закрутились? Ну, о, копейки, 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 копейки. Мы взяли копейки и поднялись чуть-чуть. Так, и что это? Вот возьмем вот это. Ага, все. Все, я не знаю, что это такое, но автомат вроде крутецкий. Так, а вот еще. Что это, копейка или это мне это дерево просто? Дерево. Дерево, да? Камень. Так, слушай, ну камень, да, кустик. Кустик, кустик. Так, тут что, мы никого тут не заметим, никого нету, никого не видно. Не, мы совсем на нубском уровне, Тём, на 18-м левеле, ой, левеле или месте, на 18-м месте мы. Ну да, на маленьком. Так, и вот смотри, то есть получается около сундуков каких-то находится. Вот. А вот смотри, что это такое? Вот это типа здесь должно быть, да? Не, это спустился этот сундук, я это знаю. Ой, тут кто-то есть. Тут кто-то есть или кто-то был, во всяком случае. Но его сейчас нет. Да. Да, он здесь, видать, все обобрал. Вот потому что тут что-то показано. Ох ты, плохое подключение, попытка соединения. Так, припасы закончились. Какие припасы, где припасы? Давай возьми там сундук. Да я сундук вижу, но я думаю, может кто-то есть, сейчас он будет нас кошмарить. Нет, он ушел. Он ушел, пойдем возьмем сундук, ладно. Может быть сундук... Может быть сундук приманка, да? Да, может приманка быть. Может быть. Может быть сундук приманка, мы возьмем как-то с этой стороны, попробуем открыть его. Так, 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 во, мы открыли, и мы взяли... Приманка. О, это копейки, Тёма, это копейки. Мы взяли копейки, мы поднялись на 12-е место. У нас пока что супер нубский счет. Тут, скорее всего, очень много кого есть, и они здесь все обобрали. Тут искать нечего. Конечно. Это понятно. Вот здесь было, и теперь его нету. Так, что за первое? Там кто? А, там мужик, который на первом месте. А, вот. Ух ты. Так, иди сюда. Так, бежи, иди сюда, бежи. Иди сюда. Мы попробуем его подстрелить, но мы потеряли, где он находится. Это очень плохо. Да, наверное, мы когда его убьем, мы теперь станем на первом месте. Тёма, сначала нужно его убить, а я не вижу, как мы его убьем, потому что я не знаю, где он находится. Вот, показываю, что там где-то. Вот, где-то стреляет отсюда. Да. Мы же не слышим, ты же помнишь, что мы не слышим. Да, мы без звука. Мы играем без звука. Мы играем опять без звука. Он... И вот он, Тёма. Где я не вижу его? Вон, я вижу его голову. Если никого нету сзади, то получится его прихлопнуть. Прихлопнули? Нет. Не, он убежал. Он убежал. Он сундук хотел взять. А. Нет. Вон оно. Так, ладно, бог с ним. Бог с ним, посмотрим, тут что есть или тут что интересненькое. Ну ничего, вот тут, наверное. Может быть, может что-то дропнуло, слушай. Вот кто-то на третьем месте. Так. Кто-то на третьем месте. Я видел. Показываю. Вон там сундук, Тём, по-моему, там сундук. Давай спустимся аккуратненько. Я думаю, что это приманка. Ну, может быть. Все может быть. А вот это что? Ой, мы шлепнулись, как нубозоиды. Ай. Так, давай быстренько. Вот, тут, ну, чувак. Он тут. На втором месте. Вот этот. Вот этого сейчас мы его... А, вот, там еще один. Слушай, смотри, тут кто-то уже себе домики понастроил. Ой-ой-ой-ой-ой. Это приманка была. Это была приманка, нас прихлопнули. Кто был на первом месте? Ничего. Давай вот тут. Вот тут вся заварушка. Давай здесь. Правда, тут прямо туда спрыгать смысла большого нету, потому что у нас не будет оружия. Ну да.
Ну там много. Ну, молодец, он нам хорошо прихлопнул. Вот тут, по-моему, было оружие. Вот здесь последнее было наше место, где мы оружие брали, видели. Если оно, конечно, сохранилось. Но я не думаю, что оно сохранилось. И, конечно. Так, так, так. Ну давай, все, прыгай, все, все, давай. Харе спускаться еле-еле. Да, вот так. А, не, а что, наше оружие сохранились? О! И что это за оружие? Я не знаю вообще, ребята. Может быть, ты забрал? Не знаю, но вот у нас базука появилась вообще какая-то. Откуда это все? А, наверное, когда вот этот... Вот, вот я там в сундуке вижу, слушай. Вот этот чувак, когда убил, его вещи все свалились, и мы взяли. Не, так не бывает, Тёма, так да? не бывает. Ты же прекрасно знаешь, это бывает наоборот. Приманка. Нет, тут нету никого, и никого не было никогда здесь. Это здесь что-то копейки. Там... Возьми. Здесь копейки. Опа. Так. Не обманули, есть так, копейки. Так, здесь копейки. Здесь копейки. Короче, копейки около зданий бывают. И здесь и два здесь сундука. Здесь еще показывает. Тёма, здесь два сундука. Еще показывают где-то здесь монетки. Ну вот они, вот они. А, это типа здесь. Вот они, мы резко перескочили на 16 уровень. И я не знаю, сейчас мы на какой уровень подскочим. Так, и на 11. То есть у нас дела стали лучше, чем были. Так, ребята, ну, мне нравится. Вот там этот кто-то с первого места пошли. Ну, мы пойдем на них. Вот, 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 смотри, кто там. А почему нельзя стрелять? Я не знаю. Что-то я не пойму, что мы забаговали, что ли, Тём? Кажется, так. Что-то, может, с нашим коннекшеном, я не могу понять. Но тут стоит мужик, и мы в него стреляем, и хоть бы хны, и мы в него вообще не попадаем. Скорее всего, у нас лаги. Во! А, убили, все! Убили, слушай, Тёма, да, у нас были лаги какие-то, нас отлагало. И мы, типа, вот, сейчас я не знаю. Что тут есть интересного у него еще? Я не знаю, что есть. Ну, давай вот это возьмем. Облик его, грубо говоря. Стырим. И возьмем вот эту винтовочку. Так, ребята. Мы на 7-м месте. Мы молодцы. Так, тут появились сундуки. И вот тут кто-то стреляет. Я не знаю, это в нас стреляют или не в нас. Что-то здесь. А, это наше. Это наше, что было. А вот тут что? А это сундук. Ну, я думаю, что не сдохнем. Да не, так. Не, это не приманка. Так, только надо взять нам вот этот копеечку. Вот так, ага. Ну, все. Ой, а как нам, да что мы наделали, а? Вот это мы наделали. Вот так, давай, ладно. Вот так, вот так, вот так. Ой! Да, если мы будем столько времени тратить на одну копейку... Мы тут никогда в жизни не соберем. Вот, на две. Все, ладно, взяли. Взяли, нас кто-то стреляет или нет. Я не знаю, ребята. Ну, прыгай, бежи. Бежим. Я знаю, что ты. Бежим. Мы бежим. У нас осталось еще какое-то время. И тут я где-то видел копейки. Копейки, а я нет. Ну, не, я на карте видел. Я так тоже не видел. А, на карте я тоже вот видел. Смотрю на карту и вижу, что есть копейки. Вот я там вижу, смотри. Теперь я вижу, что тут есть, а кто-то ушел в небо высоко. Он, видать, небо? Там сидит, вот он сейчас нас прибьет. Я точно знаю, что он нас прибьет. Он не зря вот тут построил такую гигантскую... А, это приманка, я фиговину, знаю. Фиговину, да, и он сейчас нас откошмарит и, я знаю, и правильно где-то... сделает. Он где-то... Вот он, вот он. Опа, мы еще одного прихлопнули. Ух ты, пока. Так. Так, нас тут ничего не должно интересовать. Ну, хоть бы на третье место. Так, что-то тут этот есть. Тут сундук есть, ребята. Сундук есть. Я хочу на третье место. Ага, и копеечка есть, Тёма. Копеечка есть. Мы копеечка, каком месте? Мы на четвертом. Пошли. Мы на четвертом месте. И еще тут что ну, такое? Давай. Так. На втором месте мы уже. Сейчас на первом. Так, 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 так. Все, вот это мы взяли. В принципе, все, нормалек. А что здесь? Желтая майка. Ну, не хочу я никакую желтую майку. Так. Мы на третьем месте, Тёма. На третьем месте. Я и видел, тут... не на четвертом уже. Уже на четвертом. Я видел, что на втором, а сейчас на четвертом. Ну, это ничего. Это, знаешь, да. Это постоянно меняется.
Мне кажется, туда там... идти смысла нету. А что? Время заканчивается. Нет, время заканчивается, да. Кажется, мы победители. Не, ну мы не совсем победители, так скажем. Мы двоих, конечно, прихлопнули, но мы не победители, потому что мы на четвертом месте. Если нам удастся вот зайти, то где-то там с высока, в высоте, я не знаю, где находится, если нам удастся каким-то чудом достать еще, вот, или прихлопнуть вот этого вот, который вот там, но мы не за 18 секунд не успеем никак его прихлопнуть. Два поражения. Ой, как два мало. Поражения-то, то есть мы всего лишь убили двух. Угу. И где он? Кто-то в нас стреляет, а где он? Я его не вижу, да, к сожалению. Да он где-то. Я не вижу, к сожалению. Где он? И мы, ребята, на четвертом месте. Ну что ж. И это тоже результат, да. Тем более, что это было первый раз. Я думаю, ребята, мы еще сыграем неоднократно в это. Да. Потому что, в принципе, этот режим очень интересный, Тёма. Мне даже, тоже понравилось. Даже несмотря, что у нас там были лаги какие-то, мы переподключились как-то случайно, но, кстати, сейчас нормально. Вот слушай, тут показывает, сколько миллисекунд, время, все показывает. Классно. Ребята, будем играть еще. Обязательно. Вот этот режим нам больше понравился, вот этот режим медалей. Больше, чем обычный режим. Классический режим, в котором игроки приземляются в любой точке карты, собирают ресурсы, сражаются друг с другом. Область бури будет сужаться, пока не станет только один игрок. Вот, мы победили в прошлом нашем видео здесь. В общем, нормально все прошли. В позапрошлом тоже победили. А здесь мы, ну, не победили, так скажем. Ну, но не совсем лузеры. То есть, в первая попытка, да, на четвертом месте, я думаю, неплохо, Тёма. Вот, ребята. Огромное спасибо, что нас смотрели. Не забывайте подписываться и нажимать на колокольчики. И ставьте много лайков. И всем пока! До новых встреч!